the next episode. Все, клешни прям мы идем нагибать. И разыгрался, будем жестко нагибать. И сегодня мы будем играть с коронной АС-50. Всем привет, с вами Серега, Джарвис. Всегда к вашим услугам, сэр. Коронная, ну как я сказал, АС-50. Чё-то я Морти-то пересмотрел. Сегодня будем нагибать на пригороде. Играю со своего старого аккаунта, но в некоторых видео я его показывал. Я на нем редко играю. Супергейм Бонс взял АС-очку, погоняем сегодня с ней. Давай, эпичный выстрел, давай. Вау! Ништяк. Вы только это видели. Джаррис вообще ништяк. Музончик тоже такой. Бам-бам. Играем уже 5 к 1. Сегодня у нас будет такая жесткая серия. Чуть после этого видео выйдет обзор на новую полуавтоматическую снайперскую винтовку. Мне там кое-что качается, поэтому... Хоть пинг у меня нормальный, но у меня задержка с уроном бывает. Вначале такой эпичный выстрел. Серии уже 8. Блин. Также мне скоро будет видео о прохождении вулкана. Так что ставьте лайки. Лол. Ждем. Может, кто стоит? Ух ты, там за сеном стоял чувак. И мы в него попали. Только не лагай. Я поднастроил качество, поэтому сейчас должен быть качество получше. Это гляжу в последнее время, оно какое-то не очень. Хоть я снимаю в HD, но после обработки в Sony Vegas все довольно хреново. Неплохо, так неплохо. Я сейчас разыгрался, я сегодня весь день задротил Warface. И у нас уже 14 серий. Неплохо. Да, что-то я заговорился. Про эску так ничего не сказал. Этой пушки в игре нет, ее можно взять только в программе бонусов. Ну, вот именно вот этой. В игре сейчас есть другая коронная версия. Она чуть хуже этой, даже не чуть, она так неплохо. Фиксанули. Ни хрен наш себе. Вы чё, ребятки? Ой, лоханулся. Я думал, новая снайперка такая будет херня, но я с ней поиграл, и она не больно так понравилась. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Блин, кровь-то из него летела, но урон не прошел. Может, бой сейчас закончится, в принципе. Пушка неплохая, так что донать Warface. И... Блин. Сможете ее взять в программе бонусов. Ну что ж, с вами был Серега. И всем пока.